В съемной квартире обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, отвергнутый ухажер примерно 60 лет расправился с влюбленной парой. Житель дома рассказал, что не может поверить в убийство. По его словам, человек был хороший, хоть и выпивал. Мы здесь давно все живем. Вроде бы, ну, человек хороший был. И снимал он. Со слов другой местной жительницы, когда она стояла возле лифта, на лестничную площадку выбежала женщина, на вид около 50 лет. Та находилась в состоянии шока и просила вызвать полицию. Позже ее увезли вместе с предполагаемым убийцей. Но при этом же криков никаких нет, и она ведь не кричит, она как бы просто мечется, и ты не понимаешь, то есть, что с ней вообще. Ну вот, видимо, это состояние эффекта было такого, то, что она, видимо, не осознавала. Получается, что когда мы вошли, он уже совершил преступление. Да, да, она говорит, что все, уже там двое убитых. Я вот хожу, типа, по подъезду, не знаю, как туда зайти, и его при этом боюсь. То есть она вообще пряталась по этажам. Со слов соседей, в их доме в принципе неспокойно. А контингент вообще здесь нормальный? Да вы что, нет. Бывают-то такие. Тут и драки, и кто попал. Ладно, сейчас еще дверь поставили, а так... Здесь эти и бомжи ночевали, и что здесь только нет. Вообще, я бы отсюда пешком уже ушла, не знаю, только некуда идти. Страшно здесь, да? Андрей Насеткин, Тимур Абсолямов, столичное телевидение, вся Уфа.